Типа нам предлагают в научку податься. Давайте здесь построим орбитарианку. Чему-то хочется строить тут орбитарианку. Здесь все на месте. Лишнего ничего нет. Клеточки надо очищать. Сигма Эллиенс. Этот агрессор и против тебя сделал. Кто? Да мой сосед тебя объявил. Сосед. Тортик, подумай, может это знак? Жаба, уходи. Так мы к нему придем. Горный кряжик. Давайте уберем. Хотя рано, может быть. Да тут еще не все застроено. И заселено. Будет Мелистаму медленно расти, поскольку губернатора нет. Заселена планета недавно. Куча эллинов открываем. Давайте это перестроим. Надо БВшку. Жаба хочет видеть больше агрессии. Жабе понравилась атака. Тортик, давай красить. На центральные. Веди свой флот в Нишпан. Сейчас я еще два корабля быстро построю. Буквально. Если бы я смог уничтожить его космопорт за один удар, то я бы это сделал. Но я не могу. 28-е. И время висит. 30-е. А сколько тебе кораблей для этого нужно? Ну, посмотрим. Надо еще раз прочекать соседей на агрессивность. Крайпер Шалун. Угу. Что? Гулраны. Меня еще оскорбляет он. Я же сказал, что ты Шалун. Я про другого. С остальными мы наравне, но с гулранами у нас вроде ничего страшного не происходит. Неизвестный империю соперник. Внизаре. А? Зачем ты поставил в Низаре свою территорию, а? Хизаре? А что такое? Система Низар. Давайте потратимся на это дело. А что не так? Ну... Ты же знаешь, что этот аванпост в перспективе перекрывает мне доступ к соседнему рукаву? Ну, у нас как бы границы открыты. А где исследовать проект? Ну, я как бы хочу свою территорию иметь, хотя бы в системе медиа. У меня как бы империалист гегемон под соседством. Он еще один угрожает. Я чувствую, как пересекаются ваши интересы. Это вкусно. Жаба-стервятник. Ну, вообще, на стартовом этапе воевать это так себе затея. Смотря с кем. Ну, пока ты воюешь, другие империи развиваются. Эффективнее. Я воюю и развиваюсь одновременно, хотя, конечно, не так, как хотелось бы. Но все равно, на начальном этапе большое количество минералов вкладывать во флот, это ты и по экономике сильно посадишь. Ага, я вот сталкивался с тем, что ты... надо станцию снести. Что пока ты развиваешься, строишь континентальные миры. Какой-нибудь пост строит. А эти... эти ребята нам путь указали, на самом деле. Это правда у черта на рогах, но... Но континентальные миры, хотя... Просто надо хорошо разведать, и мы все
просто застроена этими континентальными мирами найдем. По крайней мере, пару рукавов точно. Еще плитера другого поставить на всякий случай. Ой, не то. Один корабль остался. Construction complete. Сейчас достроится, я приду. Хороший рост. Вроде бы. Пятерочка, четверочка, ну. System survey complete. Император умер. Ништяк. Construction complete. Хорошим надо больше пищи. У меня рабы сбежали. Ужас. Куда? Им есть куда бежать? Да. А какая система? Система Нокс. Со столичной планеты сволочи свалили. Они организовали межгалактическую железную дорогу. Это был паровозик, который смог. Их нужно догонять или... А я не знаю, они куда они свалили. Ну, они просто исчезают. На этом все. Ну так, вот рабами играть. Плохой рабовладелец. У меня все тихо пока что, тьфу-тьфу-тьфу. Они у меня это... О, 25 единичек континентальных. Да просто со старта надо было ограниченное рабство делать и все. О, да, понятно. Здрасте. Тортик, ну чё там? Fleet engaged. Отлично. О, я открыл. Изумрудные кристаллины. Понятно. Ну постукаем и все на этом. Ясно. Тупик. Крайпер. А у тебя есть мой битарианский камень. Когда ты мне его вернешь обратно? Никогда. А ты шагу... Зачем ты? Зачем ты агрессивно ведешь себя? Надо отступать. Я сейчас не хочу отступать. Мой битарианский камень, который находится... Один за одним идут. Логично. Ты же понимаешь, что это... Это нефть. Это сотни нефти. У вас есть батарианский камень, тогда мы идем к вам? Да. Я должен тебе принести... Так у меня демократия. Да. Коллективизм. Ну почти что. У меня выполнено форму управления. Заменяем. Мы вроде порвали, но с потерями. Не будем отступать, это дополнительное, только потеря, так хоть опыт получим. Кроме Крайпера больше никто пока не воюет? А смысл? Ну, скоро я буду воевать. Меня вот уже жаба посмотрела. Можно прыгнуть, отступить, но... Да я скоро по именам буду вашу систему знать, да? И вот я там... Потеряем. Правда, я думаю, что... А для чего нужна транспортная флотилия? То есть это высадка на планеты, что ли? Это да, морпехи привозятся так. То есть недостаточно уничтожить вражескую станцию в системе, нужно еще и высадки делать? Да, на их планеты. Обломки. И тогда они перебивают защитников и... Будем исследовать все-таки. Ты планируешь принести им немного рабства? Я планирую принести им немного геноцида. Хороший план. Не мудрено, что рабы бегут от тебя. Я их не геноцидю. Все, я тут. Они боятся. Так, на паузу. Надо чиниться, надо строиться. Надо все. Ивент 5% энергокредитов. Шикарно. Mm.
Допустим, вот так. И вот так. А, да, конечно. Разбежался. Давай, подтверждай и пошли на войну. Понеслось. Куда летим? Система Ландо. Давайте очистим. На будущее. Сет, наравне были, да, Син? Да. Полностью даже технологии. Вас ждет сюрприз. Да там же них? Наравне для одного считается. А вдвоем они, скорее всего, победят. Но у них больше будет. Ну, у меня флот в 500 сил, плюс тортика 280 сил. Я со своим 350. Три. В перспективе. Ну, такое дело. Но, по идее, где-то красавица. Немножечко. Ну, странно. Похож на ёжечка. Опаньки. По идее, это что? Сюрприз. Research complete. А, не, это другие, это нейтралы. 452, да, нейтралы. Вы их обойдете? Ну, мы пролетим мимо. Что там, разбивать ему все или нет? Не, подожди меня, я сейчас прилечу. Да, тут тоже. Не, ну тут сюрпризов нету. Ну, кто это? Сюрприз дальше. Строительный флот привел на чужой край галактики, а? Hostile fleet engaged. Что? Что опять? Твою матушку. Я так понимаю, мы скоро встретимся. Надо прыгать. Я так понимаю, мы скоро встретимся. Бесполезно с ними воевать. До скорой встречи. Просто я пока тебе. Задолбали. Я забываю главное включать модификатор. Его флот прилетел. 300 силы. Включай. 7. 3. System survey complete. Anomaly found. Но сейчас одну построю. Пошли. Situation log. Они обратно прыгнули. Дебилы. На эту станцию твоя не душа. При всем уважении. Да сейчас так. Чуть-чуть осталось. Крайпер, ты вот прям совсем печалишь игру своими отставаниями. Ну что, мы посмотрим. Нормально. Можно вот это пропустить. Я имею в виду между Легионом и Свободным Легионом. Там не особо получится. Торна, у тебя... Быстрое уничтожение, тем не менее, быстрое уничтожение. У тебя есть кинетика, да? Да. Давайте боевые алгоритмы. Пора, я думаю. Поздравляю, быстро вы разобрались. Планеты, лидеры. Так. Тортик, давай. Политики. Так, ты даешь на бомбардировку вот этой планеты, ядру. А я полечу. Давайте грандный инженер. Дальше и ударю или по столичной планете. Ладно, так оставим все. Пока что. Все-таки недостаток светолазерного оружия в том, что оно очень на близкой дистанции. Угу. Ну что поделать? А что дает тебе эта станция тут, Бёрд? Где? Нет, я Бёрда спрашиваю. Ну, у меня станция через очень персветовая. Надеюсь, они вот этих ребят не зацепят. А уже задолбали сливаться. Залез. А, то есть если бы не было этой станции, ты бы не смог уйти? Да. То есть это не акт агрессии, а скорее акт развития. Не, уйти он смог бы. В Силыч проточен можно прилетать, но благодаря этой он сможет по половине моих систем лететь. Норда и Фунда. Это не надо. Триар? Моя шестерка должна справиться. Давайте переставим.
Все-таки наведение дебильное у кораблей. Киганом. Рискнуть и атаковать их космопорты вот, и киганы. Остатки флота, либо не рискнуть. Уже вот. Не а какой выбор у тебя? Не, ну я могу просто полетать и попробовать перехватить их часть флота. Мощь флотилии сильнее. Не. Ну нафиг. Такое посчитать. Крайтер, я так понимаю, рискнул. Да, рискнул и, как всегда, не туда стреляет, куда надо. Ты не в ту сторону воюешь. Mm-hmm. Добывающие станции уничтожать? Да, не сойдет. Ну теперь туда. Ура. Физика или био? Это сколько тебе надо было мощи, чтобы их сразить? 500? Это кому вопрос, жаб? Крайперу. А? Опять мы возвращаемся к 12 кораблям. У меня какие-то слишком большие потери в кораблях. Для сетевой игры я ни разу не терял столько кораблей, даже в одиночке. Ну что по слотам? Давайте шахту. Его урабить, не надо вести агрессивную политику. Ты сам начал вести агрессивную политику. Я просто перепрыгнул на другой рукав. Я просто тебе говорил, что не надо перепрыгивать на другой рукав. Я... Но я же тебе не мешаю. Я тебе могу... Нет, ты не мешаешь, потому что... Чем? Потому что ты можешь построить в этой системе, скажем, свой форпост. А в дальнейшем... Ты решишь, что мне напасть, и ты прям на моей столице сможешь прыгнуть. Но мне не надо. Тоже что ли войнушка началась? У всех апатия? У меня, а войнушка. Я тебе сразу могу сказать, тут планет твоего типа нету. Тебе тут делать абсолютно нечего. Тут сплошные пустынные. Пятый уровень. Опа! Пустынные планеты, это интересно. Ресурсов там на крайних системах тоже мало. Все системы, где ресурс нормальный, я уже занял. Ну, собственно, можешь сам смотреть. Можем бодаться с тобой, пока я не изучу второй удар в двигателе. Либо можем нормально существовать. Ну ты же можем там даже... ты начинаешь агрессивную политику вести. Ну, блин. Мы с тобой вроде как договорились, что ты не лезешь ко мне в рукав. И все будет хорошо. Ты полез, поставил свою станцию. Ну, что это такое? Это не агрессивная политика. Это ты сейчас ведешь агрессивную политику. Я мирный рабовладелец. Я никого не хочу обижать. Дофига мирных рабовладельцев. Более мощную эту... бомбардировку. Поставлю. А то там слишком медленно. Да, последний поставил. Ну, здесь долго будет строиться. Не печаль. Здесь тоже. А рост нужен. Ты ж вроде одержал победу. Ну, не хватает счета, чтобы сделать то, что надо. Но он же со временем вырастет до нужного количества. Нет. Там надо планеты захватить, все такое. Так, подведи десант, или тебе война сейчас пойдет? Ребят, явно 1500 имеется. Ну, действительно, я рекомендую вам сильно не разглашать тайны других государств. А в чем тайна? В том, как ты ведешь военные действия?
При том, что ни одно из государств соседних не может на это повлиять. Влияние. Я всего лишь задаю вопрос, а ты уже решаешь, как отвечать на него, разглашая или не разглашая тайну. Короче, птичка, смотри, еще раз. Мы... 13. Ты в своем. Ксенофобы, пацифисты. Не трогаем, можем торговать, если хочешь. Подчиняем примус. Но ко мне, пожалуйста, не надо. Если сюда аванпост воткнуть, то, наверное, не захватится. Унылька, унылька, полная унылька. Уровень технологий сильнее. 3.66, да, мы отстаем. Крайпер, а у тебя компьютер не сильно нагрелся, а то отставание прям чаще всех. Research complete. Я предпочту не смотреть на датчики. Дабы себя не пугать. Что, движок? Давайте. Минус один по пище, это терпимо. Можно вот это заменить здание, но... Мы будем в минус уходить. Нам надо энергетику наращивать, наоборот. Construction complete. А не особо есть где. Ну вот так сделаем. Сейчас ребята прыгнут, и я им переназначу. Хотя... Да. Ну, конечно, как всегда, пауза 3-4 дня. Именно тогда, когда это меньше всего нужно. Или кто-то там воюет. А, я же могу эти поставить. Солнечные панели. Точно. Полезная штука. На фунгу тоже надо замутить парочку. Ну уж лучше отменить две штуки, поставить панели, а вот так вот. Электричество пригодится в ближайшее время. Здесь я бы даже от роста отказался в пользу электричество, но это было бы несколько глупо. Ну, жаб, смотри, я тут... Их другую... Третью систему атакую. Я вижу тут бомбардировка планеты прямо идет. 300 ресурсов надо. Да. Для улучшения. А у меня есть такой параметр... Поднакопим, наверное. ...планетарное укрепление. Это... Если Special их будет много, то Исан во время высадки понесет урон. А если их снести предварительно, то десант, ну, со 100% здоровьем сможет десантироваться. Ну и там и еще, еще дополнительно, ну еще дополнительно может даже получать бонус к атаке. Но их надо скидывать до нуля, да? Да. Ну, крайне желательно. Может, конечно, не скидывать, но это грозит провалом. Или очень большими потерями. Ну, мне нравится наш рост. 440 жителей уже. Но это нам по науке.
ударяет. Чем больше жителей, тем меньше прирост науки. Ну все, я победил. Газ. Технологии слабее. Вот у этих парней. А у вас как там? Потеряно 2 корабля пока что. 3. На штурме этого космопорта я потеряю, наверное, еще короче. Ну это построится, плюс 4 энергии будет, от этого будет плюс энергия. Ну, сразу ко мне переселение. Это летит за обломками. Потому что мы очень любим обломки. Я на самом деле насчет исследования особенно не напираю, потому что просто мало места. Для действительно чего-нибудь интересного. Заселяться в этих районах я точно в ближайшее время не буду. Нужных планет нет. Ну, тропики можно изучить. Мы сейчас водоросли изучаем. В любом случае у меня уже лимит, и все остальное пойдет в сектора. Континентальник на 8 персон. Стоит ли его изучать, заселять? Тусфору можно в сектор выбросить. Маленькая неплохая планетка. Но я же хотел в развитии Тусфры уложиться в главное здание. Это надо еще один месяц. Потом стоит, наверное, нормальный флот склепать. Нет, пускай экономику, как мне кажется. А Раби, у тебя много энергокредитов? У тебя много энергокредитов? Ну, прирост 0. Ясно. Ну, скоро наладится, тогда я скажу, торговать. Хороший баланс. Хороший запас. Я буду твоей столицей не так. Раз, два, три, четыре. Пять. Фиг знает. Возможно. Возможно, достал. Я так понимаю, он нанес упреждающий удар и снес прыжковую точку. Опасный поцик. Тош. А здесь что? Горы очистить. Поставить еще хавчик. Можно. Просто тут как-то все убого. Тоже эсминец открыл. Как-то не нападение. Ты опасный. Не, я спрашиваю, кто уже открыл? Да вряд ли кто-то открыл. Я уже поставил. Там... Прям третий космопорт? Да. Жестко. Вы мирный пипец. Стараемся. Все исключительно в оборонительных целях. Не сомневаюсь. Тут им есть против кого обороняться. У них густо как.
Кремни есть от кого. Да, а вот как раз таки мирные хасы, им развиваться complete. Просто непаханное поле. Степь до горизонта. Тебе повезло, что у тебя тут человеков не так много. Пошла высадка. Дальше. Куда мне лететь? А знаешь что? А лети в столичную систему, просто контролируешь, чтобы они там особо флотом не шастали. Anomaly found. Construction complete. Следовать. Они куда-то улетели своим флотом, кстати. Не, они просто собираются. Да нет, я как раз я их перехватил. Но нового нет смысла ставить нового. А, ну убей. Ты сможешь сейчас. Хотя куда-нибудь. Ура! Они обратно на столицу полетели. Свои. Так, а я нашел империю еще одну. Я захватил систему. Новую научную систему. Тут какая-то сбоку империя то ли отвалилась, то ли образовалась. Она образовалась. Там космическая эра начала была, насколько я понял. Нор. Да. Так, попробуй-ка я мир предложить. Инженерки надо добавить. А нечего. Нечем. Ты такой мирный. Десяточка. Можешь паузу снимем. Подожди. Все. Да мир и так можно предлагать. Construction complete. Пам-пам. Смотрите мне это на карту, кто мы. Да, вижу. Это не вассал, это независимая империя с той же этикой, что и того, кто ее типа освободил. Ага. Короче, поняли. При этом я гарантирую суверенность. А где обогатительный комбинат? Почему его в списке нет? Либо я его не открыл, либо уже где-то построил, но я его не вижу. В будущем он станет твоим вассалом? Или просто будет дружить? Попробую. Кстати, не надо, чтобы ты мне помог разбить два флота по 400. Ну, я нападу, а ты подпишешь. Обломки. Опять обломки. Давай через месяц я установлюсь его. Окей. Армии я распространяю. Сколько их осталось? Нафиг они мне нужны больше. Тортик это в харте, что ли? Да-да. Сколько ему осталось вообще? А, чуть-чуть. А чё это за империя? Пусть пока погуляет по системе. Крейсер, ты видишь её? Да, вижу. System survey complete. Construction complete. Да, чтоб тебя, ну ладно. Хм, империя Инари. Хе-хе. Люблю перекраивать карты. Вот эти обломки мне все тормозят. Разделяй власть, называется так. Ну, можно сказать, да. Ну, теперь ослабей их, ну. Так что... Проблем они мне больше не составят. И... Плюс ко всему... Кто шарит с подземной цивилизацией? Что стоит лучше делать? Контакты получить? Не знаю. Что никто не знает? Ну и лично я дружил, но они такие парни, своеобразные. Research complete. А чё они?
Ну, у них там что-то вроде авторитарного государства, и они немножко наглые. Они дают какие-то бонусы? Да. Мы попробуем рабов себе новых намутить. Дебри анализ. Да это все тот же. Пошла отстройка флота. Я нашел пингвина. Сандрона нашел. Все. Не, пожалуй, отзову гарантию независимости. Так. Торн, куда тебе лететь? Кого убивать? Подожди, я позову. Ксенофильчики. Чуть-чуть попозже. Угу. Construction complete. Research complete. Реактор холодного синтеза, гипердвигатель, что быстрее изучается, одинаково. И мне все как-никак космопорт не открывается. Реактор мне больше нравится. Хотя гипердвигатель тоже полезная штука. Не, реактор. Реактор важнее. Так, я тогда своих монстриков убью. Тут все застроено. Тут. Anomaly found. Ну исследуй, че уж там. Надо же его как-то на 3 месяца занять. Вот эту клеточку хорошо бы убрать. Очистить. Ну так у нас с энергией все отлично. Раз, два, три, 4-5 жителей. Тоже надо на уровень вверх поднимать. Construction complete. Быстро ты их сет. Ну, это да. Ну что там, сколько флота, интересно, мне потребуется? 800, наверное, если повоевать. Science ship under attack. Construction complete. System survey complete. Прыгай, прыгай. Что такое сектор? Это когда больше 5 планет. Там надо, чтобы не было дебафов. Торпедочки, торпедочки. Делать сектора системы. Что-то типа автономии, можно сказать так. А молодцы, как бы автономно управляется, и можно назначать тут... уровень. Посмотрите да. На Нейрулиому. Да. На там? Кого? На население Нейрулиому. Это где?
Это моя столица. Пора апать наушники. Полностью заполнил? А, слушай, прикольно, у тебя ксеносы появились. Ну, видимо, прилетели в гости. Переселились. Это Next Pax вот эти? Так что я хотел очистить. А, понял. Хорошо. А, у него уже ксенофилы, так что... Чё? Видишь, у меня хард-система. Может, туда прилететь? Не успеваю. Система... Ребятки, снизьте, да нормально, я не успеваю. Окей. Тебе помочь разбить этих монстриков? Да-да, у меня же пока не хватает. Сейчас на изи. Нормально. Ну все, примерно такие же, чуть выше. Так надо очистить. Не только у меня, на территории. В принципе, тоже. Сюда можно хапчик поставить. Нет, 1000 энергии, я богат. Да ладно, тоже. Дайте поставим. Я своим флотом долечу и разобьюсь. Не трать свой. Да я вместе с тобой нападу. Мы просто каждый по отдельности сможем обломки идти. Торпеды. Вот этих вот этих самых? Да. Корабликов? Один. Это... Амёбы? Да. Кстати, ты знаешь, что если вот оба нападают, то оба могут изучить обломки. Прикольно. Радиус давай, или я, знаешь, шанс уклонения и урон. Я соберу свой флот. Чё там, кстати говоря. Construction complete. Давайте вот этот. Ошённый мир. Достаточно дорогие корабли. Дима, а что это за образование такое интересное? Это подземная цивилизация. А, то есть ты дал им как бы систему, они тебе бонусы? Нет, они, короче, вылезли из-под земли и перебили моих людей. Но скоро они станут нормальными. Мило. Но это спланировано тобой, или это так получилось? Нет, это так получилось. Пингвин, ты тут? Вернее, ну, Ксандрон, да, тут, да, сейчас скажу. Не иди на север, там Угарша империя. Ну, скажем, конец рукава. Туда не, лучше не идти. Даже в разведывательных целях? Даже в разведывательных целях. Мне кажется, ты лукавишь. Что? Справа, слева или на север? Ну, конец этого рукава вашего. Понято, спасибо. Я не знаю, что там за империя, но бывают те, которые просто нападают сразу. А имеет смысл ставить ракеты на корвет? Но... Ставить ли их вообще? Или это слабенько для корветов? Нормально. Ну, страшно просто вообще. Ну, как все весело. Так. Им что, не нравится, что я флот наращиваю? Мой флотик летит. Или, там. Или.
Мы будем убивать твоего Индепендента на севере? Да, да. Хорошо. Слушай, а я могу чинить свои корабли на твоих верфях или нет? А это я даже не знаю, да, наверное? Да, вроде. Ну, здесь все нормально. И застроено, и все на свете. Наверное, с Норда надо переставить губернатора на Мелистану. Он здесь важнее и нужнее. Хотя по пище здесь все нормально, минералы. В итоге добудем. Угу. Гарантия отозвана. Яишки начинают перекраивать свои договоры. Мне эти подземные чуваки предлагают объявить войну мне же. Ну вот тракпуциане, те, кто, кого мы ненавидим, крутые. Что за наркомания, чувак? Ближайший нас возможный. То есть, типа, противник. Мы себя сам, а мы поможем? Да, предложение, от которого сложно отказаться. И они очень сильные. Вообще все из-за этого. Кто мне сказал? Давай, я нападаю, ты подойдешь. Ага. Ну, я хочу командира прокачать, поэтому один. Виктор, что у меня происходит? Ты хочешь первым нападать? Да, я первым, наверное, нападу. Ну, ты имеешь в виду свою конструкцию. Что ж, да. Да я все имею. 18, 21, 22, 23. Не, я все не понял. 24 построим. А вот теперь понял. Удачи. Anomaly found. Эти чуваки сами себя взяли в рабство. Вообще всех. Да. Construction complete. Блин, неприятный ивент, конечно. Мощь флотилии наравне, лимит флотилии наравне. Это будет риск. Слиться. У нас уже 43 жителя. Ну да, у нас очень растущая нация, но мы опять же стреляем. Может, торпеды открыть и подождать? Еще увеличить флот. Блин, они мне убили один корвет. Какая трагедия, я по 4 терял на обычных кристаллинах. Construction complete. Ну, для меня такие трагедии. Нужно больше ненависти. Да, приятного тут мало, согласен. Жаль, что мы не умеем чистить вулканы. И приходится отвлекаться на разные интересы. Construction complete. А, и тут копится средства, что ли, для того, чтобы флот улучшить. Давайте поможем Эшке определиться. Construction complete.
Ну и... В чем проблема? Вижу, яички развиваются хорошо. Вот один Star Collective в 1000 этих самых 302 корабля выставляет. 1000 мощности. Фига себе. Ну, прыгаем. Ну, апгрейдимся. Сет, какой прирост минерал? М? Какой прирост минерал? О, надо было отменить. А чё? Ships upgraded. Construction complete. Догонять надо лидер. Я не лидер. Ну так какой прирост? Так, а чего оно не улучшается? А жена Норди стоит. Пошли. Посчитаем. Так что, все еще ты нападаешь или я? Давай я нападу. Только в это сразу. Потом собираешь. Это все придется собирать. Ну я лечу уже, да, уже почти прилетел. Ага, слабенький прирост. Тут. Где чертов обогатитель? Еще одни амёбы. Много амёб. Очень много амёб. 44 как минимум. 48 как минимум. Около 50 прирост. У тебя. Как ты это считаешь? Взял, посчитал вручную. Слабенький. Ships upgraded. Construction complete. Construction complete. Да, я вовремя появился. Да, подкрепление. Опять подготовка, чё не так? Все, спасибо. На, слушай, да, я буду чиниться на твоих верфях, Макаре. Так это шикарно. Угу. Что с Норда не так? Construction complete. Мрак, перемрак. Ладно, улучшайтесь. 25 из 20 7. Минус по энергокредитам. Боже, эти подземные чуваки взяли и снесли все больше станции. Давай, это все из-за тебя. Но у меня они сидели под землей и никуда не рыпались. Я, правда, на них бочку не хотел, возможно, в этом дело. Возможно. Надо было накопить. О, слушай, Крайпер, у меня на одно поселение больше, чем у тебя. А, объединишь. Ты так в этом уверен? Да.
Нам известно о 22 поселениях, а 21 поселении. А вот у тортика 29 на 4 поля. О, ракета, мне нравится. Он только щиты игнорирует. Ну что, повоевать что ли? Ну, жаль, планета маленькая. С эйшками, соседями. С тракпуцианами. Но наравне. Мощь влатильная. Это мне и не нравится, то что наравне. System survey complete. Ну, если они в атаку пойдут, то шансы есть. Сделать вассалом, наверное. Сколько нам до торпед долго? Ну, через 8 лет я буду добивать этих энергий. Двадцать пять из 27. Двадцать шесть. Я ведь, главное, отступить не могу. Вот что за фигня. По-хорошему, это коллективисты, их можно порабощать, тем более ксенофилы. Можно их попытаться завассалить. Какой интересный у нас суммарный флот вам еще. Научник все это время стоял, оказывается. А ты чем занят? Ага, да, ты в секторе работаешь. Сюда теоретически можно форпост воткнуть, какая-никакая наука есть. Тут, правда, тоже 2-2. Потенциальная шестерка, но это место покруче выглядит. Здесь, правда, 6 на тенески. Попробуем на вум поставиться и надеяться будем, что дотянемся до тенески. 144. Все. Ships upgraded. Construction complete. Попробуем прокачать это дело. Посмотрим, что получится.
Но здесь, да, очереди пока что. Послушник. Ну, что-то они не апгрейдятся нормально. Такой своеобразный глюк. Кай научник готов, но что, на торблоков охотится? Правильно. И вот это изучи лучше. Мне нужен корабль в этой части галактики. Хоть облетать он будет и долго. Еще одна маленькая, но победоносная война. Да ты там вообще какой-то... Только и делаешь, что воюешь. Ships upgraded. У меня тут агрессивные соседи, надо быть тоже неплохо. А, вот чья это империя. Ты там основал колонию. Да. Нет. Конечно. Да, мирный крайпер. Дофига мирный. Пати на крайпера. Ships upgraded. Construction complete. Ну что-то скрипали, мы большинство флотилий превосходим. Давайте воевать. Крайпер мирный, не надо на него нападать. Надо дождаться, когда он нападет сам. Ага. Давайте пару кораблей заложим, что ли. Хотя не надо. Ну что, сделать вассалом? Construction complete. Никто не хочет за них. А у них нет военных союзников. Трек по цианиям. Факты не нападения. Ну что ж, пошла жара. Нормальная четвертого уровня. Ну что, жабик, можешь последить за мной? Наймо тоже мирный, пошел кого-то убивать. Ну, я дольше всех ждал. И у меня место для расселения кончилось. Его не так много было. У меня тоже места для расселения не так много. Либо топать в сторону крайпера и долго и муторно воевать с ним, либо как-то пытаться проскользнуть с этим. Еще не факт, что победишь. Вот именно, поэтому я говорю, долго и муторно. Да кто у нас космический станция? Факт, что победить. Давайте через верх. Поверхность... что? Виктор, там мы... Хопчик, хопчик. Брать ту планету. Электростанция. Construction complete. Это на самом деле на улучшение надо было тратить, ну ладно. Крайпер, а как ты перемещаешься в варп? Систем комплит. Гипере. Понятно. Что? Да я думал, ты на варп. На самом деле на варп. Я пошутил. Так что? О, регенерирующий обшив, но там дыхание. Планетарная наша столица. Надо больше науки где-то достать. Тут не дело. О,
Hostile fleet engaged. Situation log updated. Отстала. Вывалились и кого-то закатали. Хорошо. Это что у нас такое? Форпост. Вот и все, новые рабы. Хотя по-хорошему надо в сердце системы лететь. Что мы, собственно, и сделаем. Надо исследовать, что там вообще. И найти их прыжковые маяки, это ж как его. Ребята, которые червоточинами воюют, перемещаются. С этим там вот, по минералам. И то не факт. Поздравляю с победами. А, ребят, давайте уже жать паузу. Нет, еще время не завершилось. Потому что у меня сейчас будет стрим по Эодору. Через 12 минут. Ну, сейчас год пройдет. 12 месяц закончится, чтобы ровник мог. Четвертый сквадрон. Все. 2223 год.